А вот этого вот кота я собрал в подарок. Послезавтра мы его подарим. Зовут этого кота Барсик. Собран он на индикаторах ИН-12Б. Внутри него микроконтроллер от Мега 8, высоковольтный преобразователь и микросхема часов реального времени. Сейчас мы его включим. Вот. Вот Барсик нам показывает время. Кнопки, соответственно, установка, часы, минуты и режим. Сейчас я нажму режим, и он будет показывать минуты и секунды. Выкройку этого кота я взял у одного человека с форума Радиокот. У него он пластиковый, ну а у меня кот деревянный. Ну и, разумеется, побольше в размерах. К сожалению, на верхнюю часть никакой подходящей планки особой не нашлось. Пришлось использовать то, что есть. Кусок стеклотекстолита. Выглядит, правда, не очень красиво. Но других вариантов пока не придумал. Вот такой вот кот очень хорошо может устроиться на шкафу. И смотрится он просто здорово.